Итак, друзья, настало время мстить Анастасии за вот эту вот измену во сне. И для этого мы сейчас позовем ее поиграться. Но... Ну, мы же любим играться, вы знаете. Вот. Но бонусом будет вот эта вот прибамбашка. Ладно, не буду делать. Сами все увидите прямо сейчас. Поехали. Настя! Настя, что ты там делаешь? Иди сюда. А? Ну иди сюда. Пожалуйста. Че, опять мне больше другая шапка? Да, блядь, друг! Не ревничайте, страшно, стало видно, знаю, что ты спрятался. Стукну. Оп, оп. Иди сюда. Ну иди сюда. Да что ты? Так мне больно. В смысле, я тебе что, прям стукнул, стукнул, что ли? Да. Да. Что такая собачка? Стикай. Ты что развесился-то, а? Господи, ну Паша, успокойся. Такая смешная собачка. Чё? Ну ладно, успокаивайся. Стика. Да пошел грехом, заданницу. А ты куда ты пошла? Нет. Куда ты пошла? Ты сейчас Ой, чуть-чуть. Да Настя щекотно. Ви, Настя, пожалуйста. Собачка, блин. Ручки убираем. Да зачем? Убираем ручки. Все само, вот он. Да, Паш, только не грицу, пожалуйста. Паша. Ты че, пёрнул, блядь? Ну, блядь. В смысле, идиот? Что смешного-то? Вообще ничего смешного, да, Настя? Вообще идиот. Играть не буду. Играть не будешь. Что за как-то? Я вот только грудишь, да грудишь, думаешь, нифига не можешь. Ты что, снимал? Идиот. Что это такое? Это ножка. Да, я посмотрю. Это что за пуколка? Я головку почесать, как Пашке. Мне нравится. Даже лапка делает. Так же, как ты.